продолжении темы. На этих выходных прошел 7-й открытый турнир Печорского ЛПУ и ЛПУ «Газпром Добыча Краснодар». Такое мероприятие исключительно корпоративное и собирает игроков из нефтегазового комплекса. Смотря на команды, понимаешь, борьба предстоит бескомпромиссная. Команды привезли свои лучшие составы. Здесь представлены города Воркута, Ухта, Усинск, Сыктывкар, ну и Печора, и только предприятия нефтегазового комплекса. Соревнования проходят в два этапа. В первый день играют мужские и женские команды. Во второй – смешанный турнир в команде «Мальчик-девочка». Традиционно заявляется порядка 16 пар. В этом году в соревнованиях участвовало 10 женских и 14 мужских команд. Есть, конечно, фавориты. Это, как обычно, Ухта, Сыктывкар, да, но и мы хозяева, скажем так, боремся с ними. Игра покажет. Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются ценными призами, кубками и медалями. Об итогах соревнований и победителях читайте в свежем выпуске еженедельника «Волна». И смотрите «Скрестерский калейдоскоп».